17 декабря в культурном центре Женева прошел концерт, который стал для норвегтян приятным сюрпризом. А все потому, что Нарвский симфонический оркестр под руководством дирижера Анатолия Щуры выступал совместно со знаменитой нарвской группой «Авенин». Идея совместного выступления возникла у Григория Малышкина, продюсера «Авенин». В основном репертуар был уже знаком поклонникам группы, но в программе были и новые песни. Хочется отметить, что поклонников у группы «Авеню» и Нарвского симфонического оркестра настолько много, что зал был переполнен. Все зрители остались очень довольны концертом и получили массу положительных эмоций. Надеемся, что дуэт еще порадует нас своими выступлениями. Ведь, как сказал Анатолий Щура, первый блин не комом.